поводу сегодняшнего открытия Мундиаля. Каков ваш прогноз по поводу футбольного первенства? Кто займет первое место, как минимум, и какова судьба российской сборной? Ну, я надеюсь, вы не ждете, что я скажу, что сборная России займет первое место. Второе. В группе. И это будет успех. Окей, а кто победит в чемпионате? Давайте так, я назову пятерку команд, из них потом назову тройку, которая будет на пьедестале с моей точки зрения. Значит, в пятерке будет Аргентина, Франция, Испания, Бразилия и Германия. А пьедестал, по всей видимости, будет таков. Германия, Бразилия, Франция.